Валентина Шептухина родилась в 1925 году в селе Юровка. В военные годы ей было всего 17. В 1942-м, перед самой оккупацией города, в Гайкадзоре рыла окопы. Эвакуирована в Геленджик, а следом и в город Орск. Работала на военном заводе у станка. Помогала фронту из тыла. И днем, и ночью мы почти не выходили из завода. Нужно было много гранат, очень много. И нас просили: девочки, работайте, давайте, работайте. Получше работайте, давайте. А мы говорим: да мы и так домой не ходим совсем. За плечами тяжелые военные годы, послевоенное становление, общественная деятельность. Сегодня же пенсионерка окружена вниманием близких и заботой государства. А юбилей прошел в теплой дружеской атмосфере. Кроме поздравительной открытки от президента, именинница получила подарки от главы города и самые теплые поздравления от родных и близких. Она очень добрая, очень добрая, жалостливая, ей жалко. Вот человек плачет, и она плачет. Очень аккуратная, чистоплотная. Никогда ни копейки ни у кого не украдет, а если займет, то тут же бежит, ночь полночь бежит, отдает. Очень честная. Валентина Шептухина за свою героическую жизнь получила много наград. Но, по ее словам, главное достижение – дети и внуки, которые всегда рядом и готовы помочь. А постоянный труд – основной секрет долголетия, считает именинница.